Первая неделя была очень интенсивной, и мы попробовали разные инструменты по работе с виртуальной реальностью и дополненной реальностью, и начали эскизировать, прототипировать наши идеи. Мы использовали программу Gravity Sketch, которая позволяет рисовать прямо в виртуальной реальности. Мы немного работали с 3D-редактором Blender, который позволяет редактировать эти 3D-модели. Мы работали с сканером LiDAR на iPad'ах, который позволяет создавать цифровые копии существующих объектов из реального мира и перетягивать их в 3D-пространство. И познакомились с основами Mozilla Hubs, площадки, которая позволяет собирать целое виртуальное пространство. Перший тиждень, напевно, важко ще говорити про результати пошуку проєктів і взагалі пошуку тем для реалізації, бо все ж таки це був тиждень, коли учасники намагались зрозуміти трохи більше один про одного, про своїх партнерів, з ким вони працюють. Це був процес максимального отримання інформації від тютерів, менторів і, власне, знайомство з Ужгородом.